Итак, ребят, всем привет. Мы продолжаем проходить Dark Souls. Остановились мы на прошлом стриме на боссе танцовщица. В общем, посмотрел, таковой тактики на нее нету. Просто закрывайся щитом и уворачивайся. Вот и все. Вот и вся тактика. Поэтому, ну что, попробуем? Попробуем пользоваться щитой. Станцуем трехчасовый танец. Наверное, терпения на трехчасовой танец у меня не будет. Но, кстати, я не могу почему-то к серваку ДС-ки подключиться. Я вот с 4 часов. Ой, да сколько? В 5. С 5 часов пробую, короче, подрубиться, нихера. Не получается. Я не знаю, что-то у них сервак глючит, так что. Может попозже, Андрей, если уж совсем труба будет. Ладно, помчали. Понятно. Угу. Ваншотик. Красота. От ваншота можно упрыгнуть только назад. Ни вправо, ни влево, там... Там тайминг, там голимый тайминг. Только назад. Я об этом, естественно, забыл. Вчера после стрима, наверное, но видосов 5 посмотрел, как люди гасят ее. Максимально можно от этого уйти вот так вот. Все. От этого захвата. Ну, либо перекат назад. Но это очень долго по анимации. По-моему, вот самая оптималка. Два трай. Да. Короче, помним. В общем, у нее что? У нее самые жесткие атаки, это когда она во второй фазе кружится. Это тоже, в принципе, ваншот. И когда она вот хватает тебя этим грабом. Заграбастать, когда она тебя решила. Вот, в принципе, и все. Все ее самые опасные атаки. А так, держись к жопе и лупи по чуть-чуть. Удар. Ждем. Удар ждем. Считается, кстати, ленивым боссом. Ай. Открылся на атаку, и она долбанула. У меня щит хорошо защищает. Ай, сучка рваная. Я покопил, она меня схватила. По-моему, если бахнуть этого угля, то вот такой захват мне ставит типа чуть-чуть совсем здоровье. Но... Давай пока без угля. Надо просто на этот захват не попадаться. Он довольно-таки медленный, я не знаю, что я не могу нормально вдуплить от него уйти. Ирил Гаоси, три трай. Да. Кто-то говорит то, что прям с первого раза не смог ее убить. Квадратная скобка. bmd.gg квадратная скобка. Добрый вечер. Здорово, Вольфа. Кто-то говорит то, что не мог ее убить, поэтому вызывали подмогу. Кто-то убил ее с 35-го вообще раза. Что? Я не знаю. Сколько мне раз повезет. Девольфо от квадратная скобка. bmd.gg квадратная скобка. Она сильно уязвима к кровотоку. Кровотоку? А вот говорят то, что нет, наоборот. Говорят то, что она к темной магии, по-моему, уязвима и к огню. Да падла. bmd.gg квадратная скобка. Как по мне, она одна из самых изи боссов. Ну, я вот с ней, видишь, сижу уже... Сколько получается? Второй, наверное. Третий даже час. Не знаю, хватает она меня и все тут. Но я большинство времени не использовал щит. Пробовал двуручкой лупить. Ошибка, наверное. Щит хорошо спасает от ее атак. Ирил Гаоси, 4 трай.
принципе, есть идейка, если что, я на второй фазе попробовать немножко пиромантии дожечь. Да, блядь. Пока не научусь от этого ебаного граба уходить, нормас ничего не получится. Что мешает мне просто взять и на кнопочку B нажать, чтобы он просто отпрыгнул назад? Ну это, наверное, жадничище играет. Ирил Гаоси, 5 рай. Держи в курсе. Девальфо от квадратной скобки. BMD.GG квадратная скобка. Мона закидать саранчевый дайс. Нету такого заклинания. Девальфо от квадратной скобки. BMD.GG квадратная скобка. Или затыкать кинжалом разбойника. Сейчас как-нибудь мы ее затыкаем обязательно. Главное по удару. По удару и к жопе держаться. Оп. Да, блядь. Ёбаный граб. Непредсказуемая залупа, короче говоря. Максимально непредсказуемый, по-моему, босс, но это лично на данный момент, скажем так, для меня. До этого был Лотрик. Ирил Гаоси, 6 рай. Или Олдрик. Олдрик, да. До этого Олдрик был непредсказуем. Да пошли его в очко. Давай-ка хиланем. Что-то она меня уже задамажила. Куда? Андрей Тихонов. Ада Алдрика был твой любимый Йорм. Да. Да, блядь. До этого я с Йормом еще посидел. Короче, три босса подряд, какие-то они лютые, мне кажется, очень много времени занимают. Йорм, Олдрик и вот эта вот дрянь. Причем между ними, по-моему, вообще практически передышки никакой. Ирил Гаоси, 7 трай. Я делаю ставку примерно на 30 трай. Если нет, тогда кого-нибудь призываем. Вечно я с ней сидеть не буду. Дай хер тебе. Не вижу. Угу. Мне даже повезло ее немножко подстанить. Давай вот так вот. Угу. В очко пошла. Так, что-то я как... Ай, блядь.
Угнида. Восьмой трай. Причем люди вообще стараются, типа, ну, то, что стараются. Если ее мочить ее в самом начале, то ты получишь амбовое оружие и все такое. Но типа это считается, если ты ее лупишь в самом начале игры, перед первым боссом, тогда она типа считается самым, ну, одним из самых сложных боссов вообще во всей трилогии. Ну, потому что ты лупишь ее в тряпках. Ирил Гаоси, 8 трай. Замах тебя... на захват, кстати, виден хорошо. Ну, а вот я что-то как-то не особо соображаю. Ну, я туплю, там мой косяк. Кстати, со щитом... Нет, я со щитом не могу отпрыгивать. То есть надо еще щит отпустить. Блять, крылся. Покопил, короче, она мне въебала. Давай-ка мы вот так. На первой фазе вообще типа ни одной фляжки лучше не терять. Потому что они все могут и на последней пригодиться. На второй, точнее. Ну, оп. Я прям как чувствовал то, что сейчас граб пойдет. Тихо, тихо, тихо. Вот свинина. Стамину пытается сбить. Дай, блядь. Иногда этот граб очень резкий. Я не успеваю, блядь. Это косяк. Чалька. Ирил Гаоси, 9 трай. Типа, я такую атаку не видел, когда она пытается правой рукой леща дать. Олеся, да, блядь. Зайти по... Перваками какой-то геморрой, я не могу зайти, я сейчас в локалке играю. Ирил Гаоси, 10 трай. Действую на нервы. Да нет, нормально. Я после вчерашнего Олдрика передохнул, так что нервы как канат. Пока что. Так, давай-ка отойдем. Блять, ну... Ёбаный подсвечник, блять. Я от него запнулся и не смог уйти. Хотел килануть.
Короче, если ей совсем на второй фазе немножко останется, я, по крайней мере, большую часть второй фазы попробую пиромантию снести. Она как бы под рукой. А потом, чтобы чисто мечом ее попробовать добить остатки. Ирил Гаоси, 11 край. Барабанные палочки. Надо туда сначала надо дойти. Чуть-чуть только до жопы достал. Так, хорош. Пилимся. Угу. Ну, по идее, два граба быть не должно. Чуть-чуть не достаю. Вправо, вправо, вправо. Оп. Закрываемся. Не, надо хилять. Да, блядь. Вообще на ее правую руку внимания не обращаю. Если соединение пройдет, я тут имею в виду зажарю как шашлык. Хорошо, хорошо, услышал. Че там, 11-й, да, трой? Да, 12-й. Ирил Гаоси, 12 трой. Следующий босс, по-моему, мужик, да, на петухе? Сучка. Ай, блядь. Ну как? Задолбала со своей рукой. Андрей Тихонов. Нет. Дальше у нас типа САС недаемого короля, босс Ацейрос. Это который драконоборец, что ли? Или я что-то путаю? Ирил Гаоси, 13 трай. Андрей Тихонов. Лучше доспехи драконоборца, с него топор, потом Ацейрос, а вот потом уже на петухе. По идее, по списку у меня идет сад с недаемого короля. Андрей Тихон, либо тот, как сам решишь. Так, что-то у меня стамина ни хера нету. Ты на перекаты потратил. Не туда, что ты крутишься, там мужчина. Но вообще не достал. Сука ебаная. Андрей тихо. Просто. Да, блядь. Но я думаю, нужна ли мне эта пушка драконоборца?
Так, давай-ка отойдем. Тихо. Ну нихера же не вижу, куда отходить. В сторону. Давай. Ну, в принципе. Давай вот так. Киляем. Сучка. Бля, от граба вообще сейчас чудом ушел. Ну, и снова запорол хилки. Да твою мать. Душная транда. Пиздец, первая фаза у меня. Ирил Гаоси, 14 трай. Сейчас попробуем клинок смазать. Хотя бы пошибче ей наносить на первый файл. Хотя тут со сковырками проблемы, блин. Вот такие вот проблемы. Куда ушел вообще? Вторая фаза. Тихо. Блять! Пока на эту сраную пиромантию переключался, захерачило. Ну твою мать, а. Сегодня, слава богу. Ирил Гаоси, 15 трай. Пиздец, я еще даже зайти не успел. Че творит вообще? Какой файт, а, напряженный.
Но я и тут напихал, конечно. От души. Все, валим, валим, валим. И желательно куда-нибудь за колонну. Ну, дай отойти, да полечиться. Так, окей. Ну, блядь. Ебаная пиромантия. Не вовремя я переключаюсь на нее. На одном более безопасном расстоянии. Кирилл Гаоси, 16 рай. Так, блядь. Кирилл Гаоси, 17 рай. Во второй фазе граба нет у нас. Тут главное от клинков уйти. Да блядь, ну! Ебаная тварь! Кирилл Гаоси, 18 рай. Чё, я пидоры в спину лопит? Уебище. Обуваю тапки. Падла, со своим, блядь, этим грабом. Кирилл Гаоси, 19 рай.
Да серьезно, блядь. Бесит. Эвил Гаоси, 20 рай. Сопла продуты. Больше, наверное, бесит то, что я молнии просто так, блин. Трачу. Да, пиромантия моя много, конечно, сносит. Короче, пиромантия не варит тут. По крайней мере, не у меня. По сотке сшибать я не... Ну, чё... Евгений Корецкий. Странно большой урон. Не стоит ли какое-нибудь поганое кольцо, кровавое кольцо Картуса или кольцо власти над чем-нибудь? Эвил Гаоси. 21 трай. Кольцо зеленым цветом. Вырик, бей я и все. Кольцо Картуса. Тебе помочь. Кольцо Картуса. Но оно типа не подходит. Кольцо Флина. Андрей, кольцо Лобер. Пару эстусов на пару поставь. Да, мне все равно, у меня дамаг низкий по этому, по пиромантии. Лишать себя эстусов что-то не очень хочется. Литерген, зачем на грубость закалил? Ну, вчера говорили то, что на грубость будет лучше. Так что... Ай, короче... Евгений Корецкий, я угадал, выкинь кровавое кольцо Картуса в помойку. Андрей Тихонов, на расстоянии будешь бить. Андрей Тихонов, ну постой, что, ты мечем по 160 сносишь. Евгений Корецкий. Кольцо Флина абсолютно бесполезно. Выкинь его. Так а на какое тогда поменять вот эти два кольца? Литерген. Если ты качаешь силу, то на силу закаляй. Ладно, с закалкой мы позже уже определимся. Уже поздно. Литерген. Давай я тебе помогу. Да вон там у нас уже пироман стоит наготове. Я хочу сам попробовать эту мразь это завалить.
Она мне второй стрим уже мозги получит. Что тогда поставить? Евгений Корецкий. Кольцо Эстуса поставь. Это плюс. 20 процк от хилу. Вместо Флина тогда что воткнуть? Как вариант, если уж пользоваться во второй фазе пиромантии, можно это баха. А так огнем, ну у меня ничего закаленного ни на огонь-то нет. Если только уж конкретно рассчитывать на пиромантию, тогда это можно потом воткнуть. Ну типа. Ну, я не знаю, получится ли. Евгений Корецкий. Вместо Флина кольцо с синим камнем. Такое? Или вот такое? Евгений Корецкий. Кольцо Флина работает только на голом персе. Не знал. Ну вот, видишь. Как говорится, век живи, век учись. Или в эту атаку, пока она продолжается. Может такое что-то поставить? Да нет, у меня не долгие атаки. У меня буквально 1-2 удара, она мне больше не дает сделать. Евгений Корецкий. При малом здоровье урон меньше ставь. Я понял. То есть вот такой, да, короче, сет примерно. По идее, можно было бы и вот это заменить. А вот, тоже чё-то серв не подключается. Так вот и я о чем. Серваки что-то я с 5 часов проверяю, не Паша. Я проверял на тот случай. Корецкий. Синим слезным камнем ставь. Вместо последнего? Вместо вот этого? Синий слезный камень. Это вот единственное, что синим я вижу. Остальное тут уже не камни. Это яд. Урон от тьмы, кстати. Типа во второй фазе она меч с тьмой вытаскивает так-то. До туда еще вообще дойти надо. Евгений Корецкий. Вместо последнего ставь кольцо жизни. Зачем? Я про него забыл совсем. Типа во время граба немножко увеличим себе шансы на пожить. Так, давай. Евгений Корецкий. У тебя никогда не будет полное хп. Ну если два это сразу же бах. Возможно. Но на боссах, да, скорее всего, не будет полного хп. Дай. Опять. Евгений Корецкий, сейчас урон меньше будет по тебе. Немножко разошелся, да? Евгений Корецкий. Кровавое кольцо Картуса. Это плюс. 30 проц урона по тебе было. Ни хрена тебе. Не знал, что кольцо Картуса такое. Пососное, скажем так.
Так, все. Воу. Так, отхил. Куда? Бля, ну пил бы выпить этот сраный эксус, ну твою мать, зачем он ударил? Сейчас, короче, были все шансы ее замудохать. Евгений Корецкий. Отхил стал большой какой. Да, да, все верно. Так и у меня и хп добавилось. 22 трай. Ну, плюс еще вчера сколько траев было. Так что это уже, наверное, где-то с 32-й, ты даже, наверное, 40-й, 2-й. Ебать, капать. Короче, кольца, ребят, решает, да, походу? Евгений Корецкий. Умирать с 10 фляжками — это нет слов. Евгений Корецкий, пей как последний раз в жизни. Я постараюсь. Ирил Гаоси, со вчерашним матой 72 трой. 72-й трой? Нихера себе. Я увлекся походу с этой дамочкой. Так, ну давай. Вот так вот ей. Угу. Тихо. Восстанавливаем. Стаминочка. Ненасытный самец. Ну давай последний раз пиромантией. А все. Евгений Корецкий, ты чего держишь щит в блоке постоянно? Стамина почти не регенится при блоке. Ну я так местами, короче, насколько это. Очкую, короче, еще к тому же. Сколько раз она меня уже тут валила. Давай, ребят, пару ударов. Ну, три. В худшем случае. Есть. Евгений Корецкий. Вот сейчас спасло только кольцо с синим. Мать его, я сделал это. Падла какая, а?
сколько крови попила. Ну, короче, в общей сложности я ее валил примерно 2 часа. Час где-то, ну да, 2 часа примерно я ее бодал. Во гнида какая. Душная скотина, короче. Андрей Тихонов, кончил ебать. Да, это было жестко. Так, ну чё, пока... Кирилл Гаоси, аще на лайте, и до 100 драйв не дошел. Так, давай в храм огня. Надо еще пуху переключить. Так-то я бегал вообще с Вайхангера. Евгений Корецкий, тебя убивала не она, тебя убивало кровавое кольцо Картуса. Да там все вместе. Там я еще подтупливал во время перекатов, она мне сколько грабов-то сделала. Просто правой рукой хватает и все. Я вот даже вот в этом моменте в тупую просто попадался. Молодой, неопытный, что сказать. Один раз прошел Dark Souls 1, один раз вот сейчас прохожу DS-ку 3. Во вторую не играл. Так. Ну давай, наверное, молнии, наверное, да, возьмем. Подожди. У меня есть, короче... Можно, в принципе, сделать ее клинки. Я ими, наверное, вряд ли пользоваться буду. Но, типа, пусть будут. Потому что с ее, по идее, душой-то больше ничего не сделаешь. Ее можно только этому мужику отдать. Где он тут? Типа будут прикольные два клинка. Евгений Корецкий. Вот по ваншоту при захвате я и понял, что стоит кровавое кольцо, даже не видя кольца. Вот оно чё, да? Евгений Корецкий. Клинки её говно. Зато бесплатно, типа. Либо проще душу хлопнуть, да? Чё они вообще? О, физическая 79, 31, магия, огонь. Еще отловки 20. Да пошла я не нахер. Какое-то очко. Душа танцовщицы. А, ну это типа большой отхил. Но это, мать его, надо веры всю жизнь качать, наверное, эту веру. Спасибо, не надо. Ну, как говорится, сами с усами. Давай, наверное, хлопнем, что ли. Десяточку. Ну, такое. Ладно, короче, на 7 косарей можно, в принципе, молнии накупить. А так больше, что еще? В этой же обезьяны не стали, да, продаваться у нас. Да, осколок для прокачки нету. Нужен большой осколок. Ладно, давай, короче. Ну так, семерочку. Лопну. 10 отставим. Тыш. Все, погнали. Короче, нужно, по идее, восквернен. Нет, стой. Нужно в этот ба-ба-ба-ба-бам сад снедаемого короля. Как я туда могу попасть? Давай посмотрим. А, танцовщица. У нее, по-моему, ничего не открылось. Андрей Тихонов, шапочку танцовщицы купи. Красиво выглядит. Да там можно, конечно, ведь это я купить, да нахер он нужен. Андрей Тихонов, к ней порт. Евгений Корецкий, после танцовщицы вверх и влево. Андрей Тихонов, там чашу поставь. Точно, я же у нее чашку взял, потом бабку Андрей завалил. Тихонов, лестница упадет. Угу. Причем я как-то, когда запускал, что ли, нет. Короче, я видел то, что там фантом забирается на лестницу, прям где три, вот, да, вот он. Все понятно. У нас же тут больше в этом зале ни хрена нету, да?
Лестницы эти явно не работают. Все чистое на этом. На энтузиазм. Давай, поставим чашу. Плевательниц. Ля, забава, да, какая? Мужик себе горло типа режет и все открывается. Хидетак это у нас затейница, оказывается. Андрей, тихо. Прямо и направо будет костер и рыцари. Да, посмотрим. Евгений Корецкий. И мобы дальше в 4 раза сильнее станут. Весело. Ну, мне по идее, что, надо свай точить до плюс 10. Других вариантов я не вижу. Так, что там прямо и направо, да? Блин, хотелось бы тут пройтись. Давай позырим, что есть. А, ну нормально, тупики. Я хотя бы это, успокоен. Нет, там дальше тупика нету. Прямо сюжетная линия. Влево ветка доп. Боссов. Выбирай сам. Какие там доп-боссы? Андрей Тихонов, на 10 не заточишь, последнего ингра нету. Ну давай хотя бы на плюс 9, господи. Бля, ну что, DLC? Ну это DLC, я так понимаю. Проходочка-то. Евгений Корецкий, ацирос, чемпион безымянный. Ну, по идее, Кацейруса мне и надо. Потом Гундир. Потом Виверна. Потом Безымянный. Потом, типа, Доспех Драконоборца. Потом Лориан и Лотрик. Я просто этот, как вам, типа, список себе выписал, локаций. По порядку, как они вот, как типа надо их проходить, но я точно не знаю. Что делает? Евгений Корецкий. Это не DLS, это опциональные боссы основной игры. Угу. Костер там далеко? Надеюсь, чтобы далеко не бежать. Давай я загляну просто, посмотрю. Если его здесь не видно, просто, ну, визуально. Когда поехали вниз, короче. А по прямой у нас тогда кто? Какой босс будет? Если вот по прямой идти, тогда получается у нас... Лориан, что ли, будет? И Лотрик? Или Драконоборец? Да, костром тут и не пахнет. О, этот бешеный. Евгений Корецкий. Костров нет больше, только на арене босс. Весело.
Как он мне щеганул-то, а? Евгений Корецкий, если прямо, то доспехи, братья. Ах ты, сучка. Если прямо, то доспехи и братья. Ну, слушай. Тогда логичнее, по идее, мне братьев попробовать замочить, потому что у них пуха вроде неплохая есть. Мне вот прям интересует у них этот, как его, меч Лориана. Я бы его на плюс 5 заточил. Евгений Корецкий, по сюжетной линии костер рядом. Я бы костер этот, как его, меч Лориана, быть по этой, заточил бы на плюс 5, и он вроде неплохой, как бы. Эти, как вам, мерсалка у меня есть. Я ее не тратил ни на что. А потом, типа, вот этих вот утырков гасить, которые налево. Правда, у нас там этот товарищ, он довольно-таки бешеный. Евгений Корецкий. Пуха Козырная У. Лориана. Ну вот. Я про Лориана и говорю. Пуха Лориана, у нас получается, нужно, чтобы в Великом Архиве надо Лотрика и Лориана бахнуть, двух братьев. Но до них, я так понимаю, драконоборца надо еще, да, затоптать? Так борзо сказал, блядь, затоптать. Он меня мудохать стопудово будет, как эту тяпку обостранную. Евгений Корецкий, Аркжейс Дух, качается не мируалка, я чушу я. Но у меня чешуя тоже собрана. Я ее вообще никуда не тратил. Это у меня там по чехуе драконе есть. Да заебал ты, чё он такой ёбнутый-то? Хуярит и хуярит, как заведенный. Ладно, давай мы тогда, короче... Сад снедаемого короля. Заброшенные могилы. Пик древних драконов мы тогда, короче, скипываем пока что. Евгений Корецкий, ты давно носил кровавое кольцо. А хер его знает. Я не помню, чувак. Наверное, давно. Херово же знаешь, когда, блин, не шаришь. Евгений Корецкий, бей всем щитовикам щит в двуручном хвате. Щит выглядишь. Если он меня не замудухает. Андрей Зиханов. Нужно после Ацейроса взять жест и в катакомбы Тартус опиздывать. Бля, он еще и хилится, а, гнида какая. Пиздец. Я еще на мобе давненько не отъезжал. Он какой-то дикий вообще. Да, тогда, короче, давай мы этих всяких вот королей безымянных и так далее, мы их потом. Сначала, короче, доспехи там, драконоборца, пацанов этих двух ёбнем. А потом уже пойдем на этих всех Ацейрос, Гундир и т.д. и т.п. Андрей Тихонов, клирик и бей. А чё клирик? Он типа хилит этого сволочь, что ли? Андрей Тихонов. Он бафает. Он-то на чё? Тут, я думаю, неспроста этот падла тут ходит. Евгений Корецкий. Он не хилится. Его монах забафал. Бей сразу монаха. Да, блядь. Дойти бы. Давай. Блядь. Я еще и десятку душ просрал только что. Поздравляем, а? Эй, бля. Эвил Гаоси. Мочи козлов. Короче, игрушка набирает оборот. С которой я пока что-то вообще не вывожу.
Андрей Тихонов. На каждого рыцаря по один клирик, три рыцаря и три монашки. Ой, пиздец. Евгений Корецкий. Тут и так мобы сильнее, а под бафом могила. Так вот, я пока что трупово играю. Как-то у меня несколько боссов подряд, походу, из колеи выбило. Ничего, ничего. Блять, ну достал, а ты смотри, уёбок какой. Серьезно, вам хп, блять, оставил. Спасибо. Неужели? Я завалил моба. Охереть. Доспех рыцаря Лотрика, обломок титанита, изысканный самоцвет. Я вот не помню, что мне надо для этого. Для прокачки. На плюс 8. Душа удрученного. Меня этот урод удручил, по-моему, немножко. Так, ну что, давай дернем. Просто не поддается. А почему? Что для этого надо? По идее, в зале в этом я вот тут ничего не вижу такого, чтобы можно было как-то взаимодействовать. Мужик какой-то, он кверху жопой валяется. Меч добавлю. Угу, я понял. А, кто первый? О, понятно. Ебучий случай. Ну да, первым делом тут, короче. Они же сейчас стопудово встают, да, заново. Красота. Да, ну это жесть, конечно. Евгений Корецкий, бегай до костра, он рядом. Где этот шнырь? Да, нихуя, у меня одна фляжка почти все хп восстанавливает. Сука, ёбнутая, а? Бля, он просто прессует постоянно. Что за мобы-то дикие пошли? Он под бафом. По-любому, блядь. Ну нихера просто. Вообще на первом мобе откатываешься. Охуенная тема. Хидетака, ты лучший. Хочу от тебя детей. Андрей Тихонов.
Да, фармить тут тоже тебе не вариант. Так это вообще, по-моему, невозможно. По крайней мере, на данный момент. Я просто с первого моба отъезжаю, но это как? В руки двуручку, если хватает, то, походу, мне вообще труба. Это. Без шансов, походу. Евгений Торец, ты опять светился синим светом. Кольцо с синим камнем опять спасло разок. Ну, это я заметил, просто свет синий присутствует, да. Евгений Корецкий, пробеги вправо, костер рядом. Так а чё, мне просто от мобов от костра до костра скрываться? Андрей Тихон, ну не знаю, пироман... Да, блядь, там ёбнутый, а? Сука, постоянно прессует. Наконец-то. Бля, до чего клоп лютый, а? Да. Пиромантом все четко. Да пиромантом в принципе все четко. Пиромантом я бы сказал то, что ДС это третья, это другая игра. Давай-ка, мы чтоб со второго не сагрить. Считайте, что для пиромантов, что для магов проблема. А как же там, допустим, если есть удар на площадь огнем? Там же щит, по идее, не должен помогать. Блять, и второй прискакал. Сейчас они меня, блядь, просто своей хуйней затыкают. Ну осталось-то ему ёбнуть разок. Пиздец. Чё за дичь? Неужели? Ладно, хоть минус один. Андрей Тихонов, с Верой служи магу, мы все решим. Подожди. Евгений Корецкий, ты щит черного рыцаря качал. У него прилично повысится устойчивость. Реже выбивать его тебе будут. Не, рыцаря щит не качал, я просто не совсем уверен, нужен ли он будет мне потом. Ну, можно, в принципе, да, в этом есть, я думаю, какой-то смысл. Что у нас? 8 соток целых просто. Сфера служи магмы все решает. Ну вот, я же говорю то, что если ты хлопнешь по площади на пол, то по идее щит их не должен спасать. Так что, ну вообще я считаю, то, что пиромантом это другая игра. Пиромантом, магом, там, еще кем-нибудь. Кстати, тут какая-нибудь гнида не выскочит из-под выпадверта. Кто не любит? Вот он и костерок. Давай мы, наверное... В принципе, щит, как и в первой части, он довольно-таки неплох. Давай-ка мы попробуем его вкачать, что там есть у нас. Заодно гляну, что там я по обломкам титанита пособирал, нет хоть. Евгений Корецкий. Щит черного рыцаря это имба. Вес как у среднего щита, а устойчивость почти как у большого щита. Для щитовика это отец родной. Угу. Ну он и в первой части, в принципе, Евгений я Корецкий, с ним всю игру прошел. Качается. Я его, в принципе, вообще не поднимал, видишь, в чем дело? Так, у меня два обломка теперь титанита. Андрей Тихонов. Надеваешь кольцо на души и щит щедрости и фармить с захода по 15 минус 16к. Вот этих вот рыцарей, я что-то не хочу к ним лезть. На крыше там чуваки такие с крыльями есть, вот там можно фармить.
Только до этой крыши доползти еще надо. Так, вот мерцающий титанит. Давай хотя бы одну. Лопнем. Я вот не знаю, сколько у меня до плюс 5 понадобится мерцалки. Хочу оставить, чтобы потом мало ли чего не собирать. Плюс 5 у нас сколько потребует, чтобы меч Лориана закалить? Он типа клевый по урону, я хочу с ним бегать. Так, ну и все тут появилось. Андрей Тихонов, ну удачи, разве будут как орешек? Посмотрим. Будем стараться, как говорится. Так, замок Лутрика, да? Новая лока. Евгений Корецкий. Да плюс. 4 качай. Мерцалок впереди много, а меч Лориана качается чешуей. Только чешуей? Там мерцалка вообще не требуется. Давай. Сколько-то там я чешуи подбирал, я не помню. Ой, где она у меня еще? Ри-ри-ри-рин. Ну да. Ловко, мусор. Я драконья чехуя-то. Евгений Корецкий. Все оружие из душ боссов качается чешуей. Ну, я видишь, ни одним таким не пользовался, поэтому я не знаю. Дракона. Так вот, а где она? Я даже не помню, как она выглядит. Бледная смола. Магию. Евгений Корецкий, у тебя 8 мерцалок сейчас. По-моему, 10. Было 11, но я типа на щит бахнул плюс 1. Во, 10 мерцающих. Давай, раз. Два. А и все. Евгений Корецкий, окошко поменяй. Какое именно окошко? Ну это явно не то. Титанит. Евгений Корецкий. Была устойчивость 61, стала 67. Угу. А в идеале где-то под соточку, да, наверное? 9 чешуи у него. Ладно, полетели. До босса, я так понимаю, далеко, да, у нас? Вообще вниз. Так. Стопудовый мимик. Да надо же. Евгений Корецкий,
Для прокачки одного оружия надо 15 чешуи и кусок титанита. У меня 9. Ну, наверное, эту чехую-то можно где-нибудь нафармить стопудово. Она ж типа не это, не единственная в своем экземпляре. Рано. Куда я бью вообще? Я себя не вижу. Что делаете вы? Стрес. Такое ощущение, я походу с мобами разучился драться. Ну. Тут подозрительно они какие-то легкие мобы. Как с самого начала. Евгений Корец. Впереди много мерцалок, чешуи и обломки. Ну вот и хорошо. Будет чем качнуться. Я посмотрел, вот меч Лориана, он типа самый топовый. На этой локе много всего. Я так понимаю, что она еще и большая, так куча. Не все так просто. Да, вот этих вот ребят еще добежать надо будет. Троих цепанул, да, ништяк. Ну, сейчас пока бегаем, тудым-сюдым, рубим мобов, мы еще и на левел себе наскребем стопудово. Все, вот я не вижу, блядь, что происходит. Это гнида в спину долбанула. Но вот этого, в принципе, неплохой меча, неплохой бэкстеп, ну типа шанс. До этого я с Ламбергом бегал, у него как-то пореже это дело происходило. Может, я коряво делал, конечно. Так, не совсем понятно, вот у нас куда вот это вот, в какую сторону поведет. Евгений Корецкий, жалко, в одной руке заешь гигантский меч, в двух руках у него включается гиперброня, твой начатый удар ничем не перебить. Не знаю, как-то привычней, отсчитал обать. О, какой, а? Блять, ну и заново погнали. Кто-то думаю, кто там хрипит тут прям неподалеку, это этот уебок тут сидит. Пошли души выручать, что делать? По идее, сегодня в планах типа пройти вот эту локу и добраться до вот этих двух чуваков. Ну это, конечно, в идеале. Щитом прикрывать, потому что тут лучники какие-то, что-то как-то вот мне это все не нравится. По спине долго. У них как-то больше шансов в меня попасть, по-моему. Тогда я без щита. Ну, почему бы не попробовать?
Люто. Но он еще какой-то шанс станлока имеет, эта дурочка. О, еще одна мерцалка. Ништяк. Поперли наверх, посмотрим, что там. На. Обычно крутая камера. О-о-о-о. Здравствуйте, темный лорд пепла. Здравствуйте, наверное. Почему темный лорд пепла? Шлем крылатого рыцаря. Понятно, спасибо, не надо. Это вот это, его типа шмотки, походу. Угу, ну все, тут ниже не спуститься уже, походу. Так, и я, получается, да, я тут уже всех порубил. Все, я понял. Я думаю, надо факел вообще убрать из инвентаря. Мне кажется, он больше не пригодится. Так, ну поехали дальше изучать. А, солнце красивое. Тихо. Бля, я и того не добил. Ну еще ты тресни ему раз. Серьезно, блин. Взял, отъехал на ровном месте, на мобах, опять же. Че-то беда. Че-то беда, разрушение. Лупят меня. То, наверное, сказывается несколько боссов подряд. Я, может, конечно, ошибаюсь. Может, я что-то просто не так делал. Кирилл Гаусик, ну как там? Вообще, без щита очень непривычно играть. Так, с этого там что-нибудь... В принципе, все верно. Раз уж я выбрал двуручку, то будьте добры, так сказать. Да, воу, что происходит-то? Пизда. Был бы щит, он бы спас, наверное. Непривычно мне без щита играть. Это типа заново переучился. Ну, попробовать стоит. Надо, он сам себя там убил.
штаны дезертира. Ништяк. Порточки заработал. Пизда вообще. Да не, вы прикалываетесь. Как он чётенько, а? Попал у меня. Как по заказу. Не успел. Готов. Серьезно, через щит не попал. Давай-ка мы стаминку поднимем. Ну дотянись ты до него. Блять, а. Пизда, тут их трое вообще. Хуяно, че. Учим расположение моба. Каждая гнида, ну, блядь, по чуть-чуть, но засадит что-нибудь с тебя. Ну, давненько, кстати, этих огненных бомб не давали. Все, подо. Так, давай сначала вот с этих, наверное. Так, вот этот бешеный вылетает. Ну, еще, еще добей. Ну, что за хрень-то? Сука, сейчас чуть на этом не отъехал. Твою мать. Не убежишь? Арбалет дали. Ну, то что? Так. Что это такое? Что-то лопнуло. На мне дебафы, что ли, какие-то лежат, не пойму. Да вы угораете, просто пиздец. Вдвоем сдохли, и я проебал 20 штук. Ништяк. Без щита сложнее играть. Ну или как минимум непривычно.
Ирил Гаоси. Месть. Да, это будет месть. Просто взял двадцатку, просрал на ровном месте. Из-за обычных мобов. Они уже встречались, типа. Они должны быть для меня сложные там как-то. Это типа пройденный этап, я не знаю. Да ёбаный ты случай, блядь. Что там упало? С него что-то упало, тут только что горело, я видел. Ну давай, давай, давай. Надо этого педика выманить, который там прячется. Понятно. Там мне тут в очков фаерболом запустил. Что за хрень? Вот травит кто-то. За не он травит. Вроде как. Так, ладно, пойдем вниз. А, фляжки не работают. Ништяк. Когда это говно-то закончится? А их тут попал в кого? Блять, ну и не полечиться. Все, наконец-то закончился этот дебаф. Жур, не учи еще. Полов титанида. Так, у нас, по-моему, там еще третий должен быть внизу. Их же трое нападало. Видимо, он вылезает, когда ты сюда подходишь. Так. Армаз. Обломок титанита. Короче, еще получается, сколько мне? Один, по-моему, еще обломок, и все. Угу. А там у нас и верно. Йохи на трехе. Я не знаю, будет оно нападать, нет? Тут нам кто-то швыряет, короче, вот это дерьмо у меня. Вот она, вообще, этот утырок. Гнида какая, а? Как бы добраться-то тут до него?
колбасить-то? Подзаглючило еще. Все, до свидания. Уже проще. Я не знаю, как до него добраться. Ну ладно, это потом видим. Так, сюда никак. Сюда, наверное, после. Эти товарищи встают? Не встают. Угу, костер. Ништяк. Значит, наверное, будем сейчас еще удохаться с драконом, я так понял. Мы запалим, короче, но садиться нет смысла. Короче, два варианта, я так понимаю, да? Один вот сюда по ступенькам. Угу. Угу. А там в обход. Не совсем ясно, как пока локация устроена, но она большая. Херовенько просматриваю. Ничего, чай лучше. Угу. Вот у нас этот товарищ, он стопудово биться будет. Давай, 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 давай. Давай, чуть подальше отойдем, чтобы полечиться. Давай, давай, лечиться. Опа, и бакстепчик. Как в тему. Но он живой. Чуть-чуть не добило его. Ну, и удар. Большая пика. Ну, я так понимаю, это оружие, короче, бесполезно. Так, а это если я пошел бы от костра наверх? Ясно. В общем, тут получается путь один, как ни крути, только с двух подходов. Круто. Как этого избежать? Я упал аж. Может пострелять их? Ну да, они жальником тут трясут, попробуй попади еще. О. Целых 3 хп, одна стрела, слышь. Живем. Ну пробегайте к нам. Походу без вариантов. Андрей Тихонов, спрашивай вниз. Прыгивать вниз? Прямо с моста? Давай. Бля, тут сколько всякого дерьма. Обломок титанита. Вообще резонно так повернуться и начать. Андрей Тихонов, не пройдешь. О-о-о-о-о-о! Этого кидала тут точно не хватало. Андрей Тихонов, если влево дойдешь, потом можно будет полежать. Я вообще ничего не вижу, у меня в углу зажал. Уёбок, блять. Я направо, короче. Давайте, наверное, перекур 3 минутки, сейчас я подойду.
Петели? Где я вообще? А, я понял. Давай, короче, так же вправо прыгаем. Он успел? Блять, он успел. А нет, не успел, мне повезло. Я его быстренько завалил, поэтому он не успел превратиться. По-моему, вот этот тоже собирается обращаться. Да. Сука, можно чуть менее демоническое-то? Пиздец. Их надо на расстоянии валить. По-моему, я достаточное количество обломков собрал. А, бабок-то нет. Да, что-нибудь продадим, может. Сколько? Ну, давай 3, наверное. 1, 2, 3. Думаю, этого должно хватить на прокачку. Андрей Тихонов. Огонь. Че, огонь? А, сжечь этих уродов. Я их с лука попробую сейчас пошмалять. Затупил просто этот вовремя, его не завалил, и поэтому он распидорасила его по сторонам. Так, у меня где-то вот тут души валяются. Ну ты впадок уже почти, ну твою мать. Я к нему, блять, он меня еще и отсюда достал. Охуенно, чё. Ну добивай. Что происходит? Я ни хера не вижу. Он лупит свои залупой в разные стороны. Блять. Это пиздец. Это фиаско, братан. Короче, каждый моб что-то сейчас доставляет удовольствие, смотри. Расслабился, наверное, совсем. В принципе, я его успеваю и так завалить. Убил? Убил. Ну, там душ, конечно, ни о чем.
сошел с риф. Привет, падай вниз, обеги за дярку, совуку, убей двух черников, парницу, души из них всегда падает большой титанизм. Сейчас он мне жопу скорее надерет. Блять, ну они дикие вообще. Так как бы мне их аккуратненько увалить, чтобы вообще туда не падать, можно ли так? Нет, не достану. Сошел с рек. Согрей их и беги за дярку. Этого в принципе. Ладно, я попробую. Ну, уёбок, блять. Ему еще раз. Все, он подох, наконец. Аллилуйя, твою мать, там второй ходит. Ну куда ты стреляешь? Блять, камера, конечно, вообще великолепная просто. Быстрей. Ну и все. Вот так. Но он, по-моему, не идет ко мне. Он в арке, он, наверное, вообще не подойдет. Урна молнии, это что, какое-то заклинание? Сошел с рек, стрекайся лук из двери. Чем я не занимаюсь? Сошел с рек, ты дай ее бомб. А, стрел до хрена. Бомбы поэкономлю. Сошел с рек, смотри сколько душ пускай. Да, эти ребята, конечно, жирные. 4000. Большой осколок титанита, но он пока не нужен. Мне нужен обломок титанита. Вот такой. Там, по-моему, 8 штучек надо, чтобы слайс закалить. Мерцалка, нормально. Так, а наверх мне, наверное, вряд ли дадут, да, еще раз? Туда бы пробежаться вдоль. Ну ладно, потом. По идее, где-то здесь должен быть проход. Так. Угу. О. Я ее завалил? Нет. Она убрала. Так. А посмотрим, что там в этой.
Кстати, заодно проверим, как у нас сервак включился, нет? Не, серваки лежат. Походу, весь день сегодня такая беда. Сошел срыв. Та слева после танцовщицу 5 обломки, тут тоже 5к, так недостаточно. Так, не работает сервер. Честно, где они сейчас у меня выкинут? По идее, где-то рядом должны. А, ну и все. Ну и хана. Надо было этих, наверное, не валить. Просрал я ящерку. Чё? Кто? Угу. В смысле, он же... Они втроём типа упали сверху? Ну окей. Так, ну я понял, да, я сюда подходил, тут у нас чувак шмалялся какими-то этими штуками. Отвисел и чё? Тихо, ну. Ну. Блять. Круто, чё. Ладно, мы-то, короче, тогда этих черных. Я. Давай мы, наверное, черных все-таки не будем игнорить. Чтобы это обломки именно. Хотя нет, с них большие падают. Большие мне типа не к спеху. Я не знаю, успею, нет? До его превращения добежать. Сошел срез. Где тот жирный убивается изнизу, салук? Только согри и беги назад. Внизу из лука. О! Старый знакомый. Я успел? Блять. Все, я, кажется... Я подох и успел. Я не знаю, может быть и нет. Кажется, засчитали этот мерцающий титанит, но я один из косарей душ просрал. Мне эти уроды закололи там. По идее, если ящерка сейчас не появится, то... Кстати, с этих, с больших ничего не выпало. Их можно не убивать. Да. Тут еще трое должны, да. Странно, одного не добил. Сошел срыв. Раз убила ящерку, больше она не будет, то упали две мерцалки, означает, что она мертва. Так, а я думал, что я помер еще в этот момент. Мало ли. Может, не засчитали.
Ну и чё, где он? Нахер раз-два он сюда подойдет. Ладно, но есть хотя бы вариант вот сюда пробежаться. Бля, тут еще больше, да? Сошло с реки. Немного не сушу. Что-то вообще мобов до хера просто. Они все какие-то лютые. Ладно, давай сначала с этим, с толстым разберемся. С толстым там надо посмотреть, что лежит. Потом идем направо. Ой, налево. Сошел с рек. Тут тебе не надо, иди прямо по мосту. Кирилла, пойми. Ай. Здорово, Кирилл. Все, забрал, забрал. Ну, так, все, сюда возвращаться. А не живы ли? Чего, верно? Чего без вебки? Помалывать вебка. Пока курим недельку без нее. Так. Сильно говоришь, он не сошел. Смотрим, докуда он доходит. Угу. Так я по нему попадаю, нет? Но он мне через текстуры может долбануть, да. Вот так я его вижу. Давай постреляем. Да, и он ушел, нормально. Сошел с рев. Во голову стреляй. Да он прячется. Не вижу я его головы. Кирилла, Юра. Как где? На. Ай, ну куда, 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 куда ты? Падла, а? Че он душный-то такой, а? Лупит и лупит, а? Смотри какой. А так он, его башку не видно, он прячется просто за этим и все. Он же не стоит на месте, он уходит. Эвил Гаоси, хорош колобок. Вообще замечательный. Ну ладно, в принципе, задача ясна. Кирилл Илай, я вот сижу, конфету ем мятно. Сошел с рев. Если стреляешь быстро, он стоит на месте, опоздал стрелять. По поводу мятной конфеты, приятного аппетита. Я размахался. Серьезно, ты еще и не подох. Но этого обязательно надо добивать, потому что мне еще назад сюда идти. Так, давай пробуем. Ты откуда взялся? Вообще, причем у него там ХП практически не было.
А его даже тут и агрить не надо. Он уже почему-то тут. Но не вижу я его. Его тут нету. Кирилл Рейлвай. Он не подходит. Хотел сегодня стрим запустить, но не успел. Твой хоть посмотрю, посижу. Хорошо, а чё не успел запустить? Ладно. Сашо, срев. Бери лыж во руку. Ну там он пинается, чё за хрень? Так, ну, я хотя бы его сагрил. До башки, наверное, я не дотянусь. Ну давай попробуем. Угу. Прилетело. Оп. Не, ну если так хотя бы, потихоньку, я готов его расковырять. Вот так. Полетает еще. Я спрятался? Нет. Чуть-чуть башки торчит. Играй, не дергайся. Ну. На миллиметр вообще. О, попал. Хорош. Ну, чуть-чуть. Давай, выше. Так. Странно, но попал. Давай, там его осталось немного. Пока дергался. Вот он. Ну, чуть-чуть повыше. Неужели? Лютый мужик, но я его там еще на самой первой площади, помню, убивал. В принципе, его и так завалить там, ну, возможно. Так он довольно-таки непростой. Тихо. Все. То, что надо, подобрал. Так. Все, в принципе, давай теперь мы двигаем в левую сторону. Вот так. В левую сторону мы двигаем. Аккуратненько. Там у нас мобов. По-моему, 4. Здесь я одного убил. Так, давай, надо до этого успеть. Успел. Дело того стоит. Ой, у него ничего не упало. Ничего. Еще раз лучше обойду, но хотя бы он будет завален и уже точно мешать не будет. Я вот думаю, желательно бы, конечно, нет. Как бы их... Во! Давай. Мы их выманим лучше. Сошел с риф. Если побьешь одну стрелу, островой и дракон на нахуй, а маленькую пятно и двух драконе погибает, и тот бар какой-то. Блять, у меня хэд тут не работает. Я лучше постою, подожду. Там еще один дикий с топором. Ждем. Все, закончилось.
Вот этого теперь нужно. Ну, тут мобы одинаковые, как и в самом начале, такие же. Только они жирнее стали. Это говорит о том, что надо твай качать. Обломок. Блять, я про этого забыл, чувака. Вовремя. Угу. По-моему, тут можно по этим, по вивернам долбануть. Я не знаю, вот они улетят или нет. О-о-о. Блин, ну эти ребята, наверное, что-нибудь прикольное тоже, да, охраняют. Ладно, давай сюда сходим. Хотя бы теорию с вивернами проверим. Не попал. Сошел с риф. Прямо беги, там проход, жди огонь, мало затушится и беги. Тут еще ход. Наверх еще. Блин, а что же эти два рыцаря тогда охраняют? Грубый самоцвет. Оно меня огнем-то долбанет, нет? Понятно. Сошел с рек. Рыцари не трогай. Ну а мне эти тут не дают пройти. Сошел с рек. Там нету ничего, тупик. Да, блядь, тут все горит, твою мать. Собирай. Да, жесть вообще. Так, по-моему, посередине, да, площади еще что-то есть. Давай до конца отхились. Хочу сбегать. Не, они слишком часто, по-моему, поливают огнем. Да. Мне не будет не пройти. Бесполезная затея. Вау. Я совсем забыл, что они взрываются. Сошел с риф. Тут наверху рычаг, откроешь двери. Сначала надо добраться до него. Видишь, что творят? Сошел с рек. Вивер не сам погибнет, иди наверх. Тихо, 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 но все сбежали просто. Жесть. Блять. Ну вы серьезно, ну кто? Куда он взялся вообще? Блять, там тут же не было никого. Ладно, сейчас мы попробуем. Лол. Еще какой лол? Ладно, полетели. Маршрут известен хотя бы. Ну, сука, печально, то, что вообще все встали. Беги по мосту, вивер не мертвый. Каждая мразь просто сейчас попытается завалить. Вот где-то еще один был.
Нет, скипнуть их нереально. Они догоняют, они заходят, они добивают. Так что вот этот вот лестницу придется зачищать. Сошел с рев. Ее не умерли, надо доверху идти, тогда они погибают. Ну так, надо сначала добраться доверху. Там же, блин, 1000 мобов носится. Давай по одному так же выманивай. Самое оптимальное. Бля, сейчас этот тогда достанет. Сука, что тут все так по-мудацки-то, а? Все, до свидания. Да куда? Ну куда ты? Че творят, а? Блять, ну отцепись ты. Ну это пизда. Просто на квадратный метр 50 мобов. На ручку для быстро махать там наверху. Смотрим, надо вообще добраться до туда. Вон, видишь, просто каждый метр кишит мобами. Они неизвестны как бы по этим, по ударам там. Проблема не в этом, у них жира до хрена и их много. Или голос, а ты хорош. Ну да, если бы. Ну нет, да. Что-то какая-то, не знаю, кипиш какой-то вообще. Я, блин, я все неправильно делаю. Их надо методично, не торопясь, прямо бегать и мочить. Начиная снизу. Я тороплюсь, пытаюсь пробежать. И мне один сыпанет, второй, третий, четвертый. В итоге я бегаю от паровоза. Каждый по чуть-чуть, да, грызанет. Сошел с рев. Всех прибеги и крути рычага, и виверни не будет. Если умрешь, то потом по мосту приходишь. Ну вот этих можно, ребят, скипнуть. Они не мешают. Теперь мы заново идем вот сюда. Выманиваем отсюда по одному. Теперь мне вот этот чувак внизу точно не помешает. Поэтому мы лупим вот этого. Так, следующий с топором. Подошел. Я его в камеру не захватил. Блять, да ты серьезно? Ну как? Он спиной ко мне стоял. Как он меня треснул? Это какая-то жесть вообще.
Андрей Тихон. Пробежать. Пробежать не получится. Меня догоняет они. Чувак с алебардой, чувак с топором. Они меня заколотили только что. Там, где книжки стоят. Знать бы просто, если там напрямки, ну, сломя голову, куда бежать. Там еще пятеро мобов тусуются. Прям на этих. Со взрывчаткой, там, со всей этой херней, короче. Андрей, Гондон. Пробежишь вверх, в помещении сразу справа лестница. Там будет. Я забуду уже. Ее убей или верно умрут. Я уже забуду, пока до туда дойду. Напомню, если не сложно. Что, он заметил меня, нет? Все, сейчас нормас. Ну, еще разок. Подох. Не, этих свиней надо методично вырезать, я думаю. Так, окей. Хорошо, Срев. Если бежишь сразу во проход, то не погибнешь, а мобы сзади тебе погибают, если гонят тебе. А, то есть, короче... Ну, где бомбы кидают? Вот там лестница сразу справа. Там, правда, мобы стоят, но делать то, что минус. Нужно. Так, а что у нас тогда внизу? Вообще никого? Странно. Угу. Знакомый мужчина. Он же тоже бешеный. Ладно, полетели туда, лестница. Хоть бы допить давали, а. Так, ну окей, я добрался, там их двое. Еще. Пиздец, тут мобов просто на каждом углу. Каждый шаг. Все будет понатыкано. Ну это жесть. Так, давай вот этих попробуем. Угу. Все равно задел. Те двое еще будут спускаться. Слушай, там черная какая-то штука крутится. Так, давай, давай вот так, да, мы их так и сделаем. Лучше методично по одному, но спокойненько. Не попал? Ну ладно, страшно. Сошел, Срев.
Паразиту Салуху Гей. Денис Лапин. Вун. Анг. Так. Попадаю ли я? Нет. Вот так. Вот так. Сошел с риф. Но сперва собери паразиты беги. Угу. То есть он должен превратиться, да? Ну, вот так, в принципе, тоже можно сделать. Вот здесь тоже вот эти черти мне могут помешать. Лупим сначала их. Иди там ближе на 3 метра стой. Так, сначала... Сошел с риф. 30. 5. Сраный мимикану. Да, на что я рассчитывал? Это не твоя чешуя, ништяк. То, что надо. Это которая всех поднимает. Я понял. Бледная смола. Не знаю, я не пользовался ей еще. По идее, я только пользовался смолой для кровотечений и молнии. Бля, там же тоже слева могут быть мобы. Сначала этих. Как мне ее согреть-то? Просто трепнуть под этим. Уже лучше. Подальше отойду, чтобы на всякий. Все-таки 9 фляжек осталось. Лучше пострелять вот так. Угу, вон оно чем опасно, но... Все понятно. Сошел с рек. Стою наверху на лестницу. Ну я, в принципе, я отсюда достаю, ладно уж. Ну, главное, что безопасно. Дело того стоит. К тому же вон там. Она чем-то прыщет ядом, что ли, непонятно. Пристонет во все эти, во все тяжкие. Я так понимаю, у дракона одна лапа, она у него типа скверная, скверная это и заражена. Сошел с рек. Урон троины дождь и будет. Если я буду ближе стоять... По-моему, одинаковый урон. Неважно, как ты близко находишься. Подохло. Наконец-то.
Обломок? Осколок. Хорошо. Слушай, а вот тут есть что-нибудь? Нет. Так, у нас вот здесь, короче, получается проход. Вон там проход. Раз, получается, раз, два, три, четыре. Сошёлся, Рев. Ошибаешься. Тут, по-моему, еще кто-то стоит. Ну, сейчас вот эти все поднимутся. Да не, товарищи, что я отлично. Главное аккуратненько, блин, не торопясь и тут челядь вырезать. Вот он рычаг. Стоять. Кто-то доспехами гремит. Угу, раз. Вот этот, если че, он его будет бафать стопудово. Ладно, мы с ними, наверное, позже разбираемся. Давай сначала дернем рычаг. Заветный. Что происходит? Угу. Ну, это как срезка получается. Все, я тут все обошел. Я вот там, где я скверну это мочил. И походу, да, эти, короче, драконы-то исчезли. Лапа пропала. Да ладно, они сдохли, что ли? Или просто... Ну, один улетел, скорее всего. Второй так подох. Нет, смотри-ка, дох. Бывает, что. Но у него там, кстати, скверна, вот я ее вижу. Ну-ка, я могу в нее попасть сюда? Да. Предпочитаю прямо отсюда ее в нее пострелять. Пусть это займет какое-то время, но будет безопасно. По-любому я как-то должен туда подойти буду. Спустя какое-то энное количество времени, но тем не менее. Безопасность превыше всего. Сошел с Рев. Другая лапу дальше наверху Салука тоже расстреляешь. Ну, я походу ее нашел. Надеюсь, у меня внезапно стрелы не кончатся. Что я что-то давненько их не покупал. Ну, хотя бы, если стрелы закончатся, я хотя бы по максималке сейчас снесу, сколько возможностей есть. Потом попроще будет хотя бы. Должно хватить. В принципе, есть еще арбалет. Болты. Все. Все, сдохло. Как раз 0 стрел. Обломок, уголь. Хорошо. Бля, у меня тут душ, кстати, прилично уже. Так, ну и все, в принципе. Здесь я уже ничего не вижу. Да, пошли туда. Я так понимаю, что мы сейчас будем либо еще выше подниматься, либо наоборот спуск и по центральной этой, короче, по центральному мосту проходимся. Да, так и есть. Слушай, ну, обломков дают, если я найду костер, надо будет портануться, попробовать свай еще заточить. Кажется, должно мне хватить еще на одну, на один плюс левел.
Титанитовая, отлично. Слушай, ну они тут давненько, видимо, эти драконы сидели. Сколько народу полегло. Урна молнии. Вот надо посмотреть, что это вообще такое. Так, ну и все. И все. У меня 10 фляжек. А ей надо как-то добраться вот туда. Сошел с рев. Под мосту остал один обломок, во другую сторону забери. О! Плохо дело. Его забафали. Издалека вообще. Под мостом я вот там забрал. Внизу под мостом все пройдено. Я обошел, все схватил. Я вот не знаю, его будет ли бафать этот, как его, тот самый. Давай подождем, наверное. Пусть идет. Здесь пока осмотрюсь. Так, а я сошел, да? Да. Не братом там вот. Под мостом внизу. А, вот тут, вот с этой стороны. Сошел, я понял. Срев. Не в начале мосту, я а вспомнил. В другую сторону вниз. Горящий осколок кости. Да, я вспомнил тут, да. Я еще тогда помню, на той стороне стоял, думал, как же туда добраться. Но по-любому надо будет сначала что-то с драконами сделать, а уже потом как-то до туда добираться. Да. Естественно, ничего нету. Кто-то гремит доспехами. Сошел с рев, а осколок был. Так, ну чё, пошли заново на мост. Вот эти уже все, блин. Ой, что это такое? Зашибись. Игра вылетела. Вообще отлично. Что-то вообще сегодня с Dark Souls происходит, я не знаю. Он не подключается к сети. Он вообще сегодня... Только что первый раз, кстати, игра... Первый раз, сколько она у меня стоит-то уже? Второй месяц она. Первый раз вылетела игра. Что-то беда. Ну, по идее, я должен сейчас где-то рядышком тут оказаться. Только, наверное, все встали, короче говоря. Не нравится. Да, как говорится, и такое бывает. Сошел с рев. Там сзади рыцари наверху ест кое-что, там забрать и деревину и лестницу там. Ну, я так понял, то, что надо сначала убить этого мужика с посохом, чтобы он не давал бафы для этих рыцарей. Ну да, он, видишь, он к серверу не подключается. Как-то сегодня глючит Dark Souls. Ладно. Сошел с рев. Не бей рыцаря, а прибеги их. То есть, короче, сражаться с ними бесполезно. Сошел с рев. Бабули тоже прибеги. Так а вот куда бежать-то? Я совсем не ориентируюсь на этой площадке. Там
там, насколько я рассмотрел, там идет круговая лестница. Так, что у нас? Чудики все? Слушай, они лежат. Я типа как будто не умирал. Угу. Да, все лежат. Насколько я рассмотрел, она идет по кругу, вот эта лестница. Сошел с рев. Иди увидишь там Виталя снится в беге, где видно. Где? С правой, с левой. О. Ну хотя бы его жахнем, чтобы не бафал их. Давай наверх, я не знаю. Еще один. Тихо. Они молниями заряжут. Тупик. Куда лететь-то, блин? Ну и все, он меня догнал. Вот убиться с ним придется. Да. Ирил Гаоси, красноглазый давно не спал. Вот, видишь, я локации не знаю, поэтому бежать-то куда неизвестно. Ну, я теперь хотя бы узнаю, где у меня души валяются. Туда и полетим. По идее, да, где-то там должен быть костер. Все-таки 45к жалко. Ну, я попробую сейчас этих двух уродов ёбнуть, чтобы не мешали. Сошел с рек. Там, где умер, есть лестница сзади. Костер нет. Блять. Он дотянулся. Андрей Тихонов. Накурился. Он дотянулся, сука. Я просрал 40 тысяч душ. Короче, я уже запутался в ваших показаниях, где костер, где его нету, где Андрей, лестница. Там же и босс. Ну, уже, в принципе, похуй. Где лестница, где босс. Душу проебаны. Шоткат открыт, так что... Андрей Тихонов. И костер у босса. Так что. Так, ну этот хлопец у нас заряженный. Давай, полетели. Прощаем то, что они на мне тоже, блин, бафы какие-то висят. Сошел с рев. Зачем начал бить бабки сдурил? Рецар бы не гонил тебя. Не знаю. Так, без понятия, куда это ведет. Наверх? Нет, это вниз почему-то. Это, наверное, вниз лифт, который... Возможно. Нет, слушай. Хер знает, что это за лифт вообще. Угу, с самого начала. Я понял. Поехали назад. Ну это как получается еще одна срезка.
действительно долго ехал. Состариться можно. Еще два хода. Ну вот босса я вижу. А что это, типа лотрик, да, уже? Ну, какая-то лестница. Давай поднимемся. По идее, тут должна быть это... А, нет. Не дракон. Пижня какая-то. Облом. Сколько у меня их? Вполне на своих хватит прокачать. Серьезно, с двух ударов меня убили, это как вообще? Пиздец. Алюта. Костра я там так не нашел. Нормально. Я знаю, сложная локация, такое ощущение, то, что я то ли недокачанный, то ли вкачан неправильно, то ли с оружием какой-то геморрой. Мои дурные мечцы. Ну еще разок. Все хорош. Валим. Не пошел за мной? Пошел. Нет, он пошел. Андрей Тихонов. Костер после босса. На его месте. А где-то рядом тут нет костра? В принципе, тут и так. Андрей Тихонов. Он легкий. Да, легкий, если ты за пироманта играешь, да? Тут вон видишь, я на каждом мобе отъезжаю. Куда там? Улучши черный меч Саммерцелки и беги со неба. Меч черного рыцаря. Я не буду меч черного рыцаря качать. Пока, по крайней мере, не вижу необходимости. Саммерцелку есть уже куда потратить. Наверх. Пока не знаю. Пока вообще надо просто хотя бы до туда начать добираться. Меня, ну, видишь? Мобы, блядь, убивают. Что, чего быть не должно. Пиздец. Так, давай я, наверное, что, душа я подниму. Конечно, особо. Андрей Тихон. Чем не поможет. Правда, легче, чем танец. Так, а что за босс? Ништяк. Они тут себе ухи полируют. Охеренные мобы. Заебись. Так, давай вон туда сходим. Посмотрим, что есть. Да, бля, в принципе, по большому-то счету, я бы еще и тот зал бы нижний обошел. Ну, ходит там рыцарь, но... Может, там что-то полезное есть?
Пусть он все ходит. Андрей Тихонов. Драконоборец. Угу, Андрюха, я тебя услышал. Так, ну... В принципе, тут все. Собирать-то тут нечего, по сути. Да? Ни прохода, ничего. Вон там что-то внизу лежит. Давай, греха подальше. Уголь. Сейчас я вот здесь просто загляну, что есть. Да, нет смысла сюда идти. А, прежде чем к боссу идти, я попробую сейчас посмотреть, что там у нас по правой стороне. Опять игра что-то подвисает. Так. Угу. О. Да ладно, никого что. Очень странно. Тут. Угу. Кольцо с красным слезным камнем. Что дает? Усилит атаки при низком уровне здоровья. Ну, может быть и пригодится. Да, скорее всего, пригодится когда-нибудь. Об этом мы узнаем чуть попозже, наверное. Что такое? Ржавая монета. Ну, это по-любому мимик. Ну, как же без него? Я помню, то, что надо жетоны кидать. Я причем об этом вспомнил только потом, когда лупить его начал. Сошел с риф. МДА, и твой меч махается дважды медленно, чем черный меч. Потому что черный меч одноручный. Он и должен медленнее махаться. Срочно не поддается. Ему? Ладно. Ну и в принципе и все. Наверное, я так понимаю, то, что надо сначала босса завалить, чтобы это все дело заработало. Ладно, в принципе, что, дух я не так уж много собрал. Еще, конечно, есть вариант вот туда подняться. Либо на босса. Давай, наверное, на босса. Сошел с рек. Двуручный черный меч, а не едноручный. Ну ясно, так же, короче, не больше одного удара допускать. Да ладно. Тихо, 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 ну. Пробуем еще. Ну, зато теперь можно с спокойной душой вот туда лететь. Хорошо, Сриф. А что будешь делать с мерцелки, а не качишь топовый меч? Ну, черный меч, он не топовый. Топовый меч по урону. Меч Лориана.
максимальный урон в игре. Вообще, насколько я понял, топовых мечей тут нет. Они все типа более-менее плюс-минус имеют все плюсы. Просто у кого-то там на 50 урона меньше, у какого-то там на 100 урона меньше. Но это ерунда на самом деле. Мне нравится меч такой, с тем и бегай. Ух ты, вот это прикольная атака. Тайминг совсем не ловишь? Да, не ловлю, потому что надо знать атаки. И тайминг я не ловлю, и черный меч я не качаю, и иду я постоянно не туда, и мобом я проебываю. Бывает, бывает. Наслаждайтесь страданиями, ребят. Сашо, срев. А хочешь меня, да? И тот меч из первой части. Саня выбегает 70%. Из стримери. Черный меч. Я в первой части алебарду вообще качал. Мне не выпал ни большой черный меч, ни маленький черный меч. Но зато выпал алебарда. Я ее заточил на плюс 5 и всю первую часть прошел. Она ничем не бафается. Не молниями, они не это, не молниями, ничем ее на кровотечением ничем забафать нельзя, так что это тоже минус в своем роде. Максимум чем на плюс 5 ты его не заточишь. Сошел сред, а тоже с алебарду много начали упал черный меч и бегал сальер. Молодец. Не дает ударить. Тихо, 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 тихо. Вот что-то новенькое у нее полетело. Что за красные штуки? Блять, открылся для удара, чтобы он мне треснул. Ну, чуть больше я у нее снес. Поздравляем бы. Сошел срев. Смотри, топора у драгоноборца, он будет у маленький король на трон в храм. Он самый крутой в игре. Для него силы надо прилично, по-моему, прокачать. Я посмотрю. Сначала надо завалить эту мразь. Сошел срев. 40. У меня ровно столько сейчас вкачано.
общем, он всегда по три раза атакует примерно. Пиздец. Это он разлится, это какой-то. Лупит и лупит. Походу мне даже с этим боссом придется посидеть. Я вот о чем. Прикольный мужик. Стопудово потом его шмотки еще можно будет напялить. Я чуть не отъехал. Так, все, дай отойти. Да твою мать, а? Падла, а? Тут конец анимации треснул. Все, главное не жадничать. Блять. Ну как? Ирюга, осень. Приучи его. Стараюсь. Сошел с рефа. У него бешеное усилие, но и удар со двух рук, и даже щит не нужен, он блочит как крутой щит. Сейчас пойдем. Я, походу, просто жадничаю. Пытаюсь максимально урона влить, хотя не обращаю количество стамины, сколько он у меня сносит. В этом проблема. Чтобы два раза быстрее вдохнуть.
Я чуть не отлетел сейчас. Ну-ну-ну. Пиздец, на одном хп остался. Тихо. Не торопиться. Что происходит? Ни хера не вижу, блядь. Все закрывает. Давай, иди сюда. Блять. Это вот метеориты, конечно, это вообще в тему. Последняя подача ему осталась. Ну, да, где-то так. Блять. А! Так глупо попался вообще. Очень глупо. Сошел с рев. Бабочки говно кидает когда-то. Он остался, блядь, он реально один удар остался. Но он решил треснуть своей самой мощной атакой. И это, короче, ваншот. Походу. Не, щит клёво выручает вообще. Я бы ещё вагон урона получил бы уже давно. Тихо, 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 тихо. Чем он его пнул вообще? Ирил Гаус, счет аж лагается. Эхер знает что. У меня сбоев нет. Все, отлетел. Ну с какого? С четвертого раза, да, я его забодал. Так, где-то здесь должен быть костер, да? Ну, самая тема, короче, сейчас пройти как раз храм, качнуть меч.
поднять левел. Да, и в принципе-то. Не знаю. Десяточка осталась на закусон. Где он? Вот. Кусок титанита. Но его, наверное, не найти уже, да? Если только в продаже. Стой. А, я там кость нашел для костра. Сейчас еще гляну, что там меня интересует на крыше, там где я сдох, там где сдох подача. Сошёс рев. Клеймор у меня заточено грубым на букву А и прокачан до конца, кольцо урон 1010. Здорово. Так, давай мы вот сюда прогуляемся. Я уже потом, короче, тогда вне стрима гляну, что за топор, почитаю, попробую, как он вообще себя ведет. Может быть, с ним продолжу, но пока вроде как и цвай сходит нормально. Серьезно? Это было поучительно. Да. Ну, не ассасин, короче говоря. Ладно, 8000. Сошёс рев. Не вижу смысла туда спускаться. Я саня выбегай тут дальше. Я знаю, что он бесплатный, потому что мне дали душу этого драконоборца. Сошёс рев. Бесплатен клавишный колпачок звезды. Так, это мы. Угу. Вот тут у нас Андрей дракон. Тиханов. Уходил курить, а ты его убил. Переигрывай. Угу, хорошо. Вот тут что-то валяется. Давай, аккуратненько. Оп, сюда. Пол здоровья забрали. Ошибись. Душа. Там мимик, а тут у нас ящерка. Да. Нет, не ящерка. Священный фолиант. Тот же мимик стопудово, да? Сошел с рев. Тут била лапу, но ты убил издалеко с разито. Значит, пинка так, бля. Ну, камера, конечно, у нас, как обычно, лучшая. Все. Меч солнца. Без понятия вообще. Зачем он? Я его тоже посмотрю. Так, ну и все. Падать туда не вижу смысла. Ага, но мне придется. Ой. Вот так. Вот так. Так, ну пойдем. Еще не есть. У меня немножко времени. Пробежимся наверх, на крышу.
Сошел с рев. Там иди, где увидел серебряного, там 4 сундука есть. Где я увидел Макс, серебряного? Привет. Здорово, Макс. А где я там увидел серебряного? Что именно серебряного? Так, они сейчас меня быстрее здоровье снесут. Как-то сагрить этого мужика можно? Иди-ка сюда. Так, ну хорошо. Он хотя бы подойдет сейчас ко мне. Да, о чем я говорил. Тихо, 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 тихо. Мужчина. Ты... Че они тут бесстанные-то такие? Фиаско. Ладно, хоть душу далеко не надо забирать. В принципе, я тут все обошел. Да, сюда. Мобы стали жирнее, мобы сносят в 2 раза больше. То есть такое ощущение, когда ты здесь играешь, такое, ну, как будто не качался вообще. Серебряную собаку, ты увидел его и вернулся, испугался подрыться. Там, где прибежал огонь. Так собак, я понял, где собака стоит. Там 4 сундука, говоришь. Дело в том, что там бешеная собака. Это не вызывает озабоченность. Или вызывает такого. Эвил Гаоси. Собака сутулая. Так она бешеная, она не сутулая. Я у прошлой такой собаки ретильский меч отжал. Но я в нее стрелял из ворот. Она меня там убивала раз 5, по-моему, подряд. Я он что там с базуки меня долбанул. Сучий лучник, а? Сошел с рев. Согри собаку и беги наверху, и даже мало к мосту и стрела из лука. Подожди, я сначала тут гляну. Ну, интересно, что тут у нас есть. А мне сначала надо этого урода как-то завалить. Но он меня уже 2-й раз убивает просто так. Да. Как-то так. Сейчас посмотрим, что тут валяется. Мне кажется, тут тупик. О, это надо посмотреть. Про вот эту деревянную лестницу, да, говорилось. Слушай, а не тут ли собака у нас? Сутулая, которая. Очень похоже помещение. Я не знаю, они тут все просто одинаковые сделаны. Тут очень легко запутаться. Где ты был? Сошел с рев. Ковенант и сундук дарит царя. По-моему, здесь кто-то должен быть. Такое здоровенное помещение, никого нету. Очень подозрительно. Кольцо рыцарь. Подает? Не вижу. О. Увеличивает силу. Насколько он увеличивает? Ничего же не пишется. Сорок пять становится сила. На 5 поднимает. Сошел с рев. Задери царя, беги, открой дверь, и тогда дерись.
Но я пока открываю дверь, хотя бы он меня не может замочить. Реально, один удар вышибает у тебя все здоровье. Почти. Вставляет крополи, чтобы ты, ну, позорно не подал. Так, ну я хотя бы в курсе, где я нахожусь. Надо же, не мимик в какой-то веке. Титанитовая трёшка. А, ну вот ковенант, короче, да? Чё за это просят? Дайте мне дальше. Ну, на. У меня одна целая. Херня, короче. Ладно. Чуть-чуть восславил солнце. Ну так. Со стопочку. Так, ну и все, в принципе. Тут я все обошел. А, ну надо к собаке, типа, да? Да я же не завалил стопудом. Давай попробуем. Только я забыл немножко, где он. А, там, где драконы. Угу. Сошел с рев. Телепорт не сна костра до мосту. Да я вспомнил. Подожди. Блин. Ну, давай сейчас отбегу. Типа он должен угомониться и начать уходить. Так. Да, иди домой. Сомневаюсь, конечно. Сильно сомневаюсь, что у меня получится эту псину завалить. Единственное, что я могу попробовать вот так сделать. Вот там еще товарищ у нас. Ковыряется всякой дичи. Не пойдем мы туда. А, лучше подождать. Пока дебаф сойдет. Сошел с рев. Посиди на тот костер, тогда дерись. Я так попробую. Сошло. Ну половинку-то я у него грыз. Тихо. Надо отойти куда-нибудь. О. Не дает. Не дает отойти. Все, нормас. Эритивская рапира. Я так понимаю, она тоже типа может этим, да? Замораживать там еще что-то. Древо духов. Титанит. Отлично. Ну, чешуя. Мерцалка. Мерцалка. Нормально. Да, дело того стоит. Но я думал то, что у меня больше крови выпьет этот товарищ. Потому что когда первый раз мы с ним виделись, он что-то вообще бешеный был. Сейчас вроде ничего.
Так, ну все, топим, короче, до костра. Там сохраняемся и будем завершать на сегодня. То завтра с утра на работу. Отдыхать надо. Ну, в принципе, что, сегодня два босса целых, локация пройдена. Вроде как. Но не до конца. Дальше, я так понимаю, замок и конкретно вот этих двух братьев. В следующий раз мы там должны, по идее, этот замок пройти, дойти до двух пацанов. А на сегодня все. Спасибо, ребят, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Пишите комменты. Ну, все знаете. Что рассказывать? Все знают. Ладно, ребят, удачи. Давайте, пока.